В Екатеринбурге проводили ковчег с мощами святого Дмитрия Солунского. В минувший воскресный день в храме на Крови состоялась архиерейская литургия перед Вселенской святыней. Богослужение возглавили митрополит Верийский Пантелеймон, сопровождающий на Урале десницу великомученика, и викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений. По завершении литургии состоялись торжественные проводы нетленных мощей. 12 дней пребывал в Великой святыне в Екатеринбургской епархии. Эти дни были наполнены молитвой, благодарностью Богу за возможность помолиться у нее. Многие гости из других городов, паломники из других епархий, побывали на богослужениях вместе с гостями из Греции и прикоснулись к древней традиции этой страны. И в последний день визита греков в зале литургии возносились молитвы на двух языках – русском и греческом. По окончании богослужения владыки совершили величание святому Дмитрию Солунскому и приложились к нетленной деснице. Затем владыка Евгений поблагодарил митрополита Пантелеймона за визит на Уральскую землю, за совместные молитвы в храмах и обителях епархии. И вдохнуть вот этот воздух, молитвенный воздух, которым дышите вы, постриженник Афонской земли и носитель благодати древней греческой матери нашей церкви. Вот последний раз здесь, в храме на Крови, имели возможность поклониться честной деснице святого великомученика Дмитрия. Сегодня вы с честью перенесете ее домой. Но в наших сердцах остается вот это светлое воспоминание и благодарность Богу за все, чему мы прикоснулись. В памяти о совершении богослужений в храме на Крови во время пребывания мощей святого Дмитрия Солунского на Урале владыка Евгений передал в дар митрополиту Пантелеймону бюст святого царя Николая II, выполненный уральскими мастерами. В свою очередь греческий архипастырь подчеркнул, что благодать святого Дмитрия Солунского будет пребывать с уральцами. И святой, будьте уверены, что принес ваши молитвы к престолу Божьему за вашего митрополита, за его высокопреосвященство. И все, что вы просили, он является посредником Богу. Και είμαι βέβαιος ότι σε λίγο που θα φύγει το χαριτόβριτο λείψανό του, θα αφήσει εδώ τη χάρη του, θα αφήσει την ευλογία του, θα αφήσει την ευωδία του μύρου του. И хотя мощи уже сегодня уедут, но благодать этих мощей останется здесь, останется благодать мира, который источает святой Дмитрий. Архипастырь Латской Православной Церкви передал в дар митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу драгоценное мира, источаемое мощами великомученика Дмитрия Солунского. После службы святые мощи отбыли на родину, в Грецию, в Верийский монастырь Панагия Довра.